Так значит, Эльдары объединяли орков, чтобы задержать тиранид? Да, Немериану без сомнения было известно о тиранидах. Это многое объясняет, но мы получали сообщения и о других действиях Эльдаров, никак не связанных с орками. Очевидно, у Эльдаров есть и другие планы, и ни один из них не сулит нам ничего хорошего. Я буду держать вас в курсе событий, командор. Что ты можешь рассказать нам о тиранидах, Церус? Тираниды не похожи ни на что из того, с чем мы имели дело раньше, Даркус. Орки могут действовать большими группами, но все же они объединяются вокруг вождей, которые ведут их. Убив вождя, вы повергнете все полчище в страх и нерешительность. Флот Улья Тиранид — единый мощный организм. Каждая тварь в рое — лишь единица коллективного разума. Нельзя сломить дух Тиранид, нельзя использовать их тщеславие. Их нельзя призвать внять голосу разума. Убей одну тварь, и ее место уже готовы занять миллионы других. Чего же они хотят? Улей поглощает целые миры. Его цель — кормиться и расти, и он не остановится, пока не поглотит всю галактику. Командор, орки продолжают подрывать нашу оборону на Калдерисе. Надо укреплять оборону, если мы не хотим потерять все шансы остановить тиранид. Пришло послание от командования Ордена. Командор, это Габриэль Ангелос. Я нахожусь на борту корабля «Летания Ярости». Основные новости таковы. Первое. Тираниды серьезно угрожают подсектору Аврелия. Второе. Капитан Тул находится в очень тяжелом состоянии. Тираниды – страшнейшая угроза, командор. Их численность не поддается счету, их цель – поглощать целые миры. Летания Ярости на полном ходу направляется к Аврелии, но много времени уже упущено. Пока мы разрабатываем план атаки, я буду передавать сигналы тревоги вам на борт Армагеддона. Командор, мы обнаружили тварь, атаковавшую капитана Тула. Воин, та тварь, которую вы прогнали в бесплодные земли, вернулся и привел с собой целый рой младших тиранид. Это наша первая возможность ответить тиранидам. Мы не можем ее пропустить. Собирая образцы с трупов этих тварей, мы можем попробовать создать лекарство для капитана Тула и получить ценную информацию о том, как уничтожить улей. Эта местность сильно заражена, командор, так что готовьтесь к мощному сопротивлению. Отправляйте атаки на самых больших тварей, чтобы нарушить порядки роя. Это даст нам время, чтобы добраться до нашей цели. Капитан Тул будет отомщен. Это Скал. Всегда готовый бой. Да исполнится воля. Yeah.
атакую. Полевые генераторы устанавливаются, командор. Дополнительные генераторы не будут доступны до вашей следующей высадки. Без промедления.
Скауты, за мной. Командор, болевой генератор еще не готов. Вам нужно дождаться следующей высадки, чтобы установить контроль над другим стратегическим объектом. Атакую. Вот оно, чудище. Уничтожьте его. Командор. Апотекарий Горгий прислал сервиторов, которые соберут и исследуют тело воина. Наши библиарии просмотрели все записи на борту Литании Ярости. С помощью этой информации мы разработали план атаки на флот Улья.